Кать, ты что, на рыбалку собралась? Да, с песочком, вообще красота. Эх, блин, все. Добираемся пешочком до реки. Снег навалило, вообще капец. Сейчас доберемся, раскидаем жерлицы и порыбачим на удочке. Всем привет, вы на канале Монах ТВ. Вот и наша любимая река Сок. Вон палатки стоят. Свежо сегодня. Ветер холодный, северный. Лед мокрый, двойной. Посередине вода, короче, между слоями. Тяжеловато идет бур. Норк. Красиво. Расставляли жерлицы по этой стороне. Вот. Штуки 4, наверное, мы поставили. И у нас первое сработало. Ну. Что-то даже леска не натянута. Держится леска. Карась. Посмотрим. Что холостая. Все равно хороший знак. Значит, щука активная. Вот мы отсюда ставим. Это первое. Вторая, даже не четвертая, а третья вон, где сани стоят. Ее еще не поставили. Только закинул. Димка кричит, сработка. И вот она, сработка. Ну, что-то мне подсказывает, что это холостая. Может, мелочь дернула. Но это все равно лучше, чем просто сидеть. Всякое может быть. Ну, да. Карась-то есть хоть? Карась-то есть. Покоцанный? Да я бы не сказал. Тут спереди что-то есть? Ну так, что-то не знаю. Лишь как будто все чуть-чуть. Ну, мелочевка, наверное. Холостая. Но лучше пусть холостые, чем никаких. Может, окунь крупный балуется. Бывает такой. Вот я здесь бросил жерлицу, не поставил. Народ потихоньку подтягивается. Мы все еще расставляемся. И у нас опять сработка та же жерлица. Опять то же самое, леска не натянута. Мелочь какая-то здесь бьет, похоже. Да он сам может дергать. Нет, он не должен. Пугал кто-нибудь. Да мелкий, не, мелкая щука, мне кажется, дергает и все. Идем от той жерлицы. И на этой стороне вот у нас сработка. Ну на этой стороне-то должна уж быть. Нет, да, вот она. Нет, вон, видишь, крутит. Да. Вижу. Ты как раз отвернулся, надо смотреть. Надо внимательнее быть, когда в незнакомое помещение входишь. Вот оно что. Конечно. Не терпится. Ну нет там ничего. Угу, естественно. Быстрее, быстрее. Весь зажеванный. Угу. Никак она его не заглотила, наверное. Кать, ну что, клюет? Нет? Клюет. Вообще? Ну, несколько поклевок было. Ершинах? Не знаю, чьих. Где вся рыба? Ушла. А дальний кордон? Да. Все еще расставляемся. И нам прям вот не дают эти холостые сработки всякие.
дорастаются. О, наконец-то моя сработала. Ну опять не вижу, чтоб крутил. Не, он вроде начинает. О, о, что-то пошло вроде дело. Потихонечку. Всего 3 оборота катушки осталось, лески. Вся размотана. Сейчас уж домотает. Ага. Домотала. Ух ты, ух ты. Блин, у меня поводки там флюрокарбоновые. Очень дикая. Офигеть! Ну это двушка, наверное, как минимум. Трофей мой этого года. Вообще отлично! Круто! Прикинь! А? Вообще не знаю. Поставили просто проверить. Ишь! Ёшкин мать! Прикинь, чё! Обалдеть! Огонь на русле, ё-моё! Красота! Чё? Да двушка, да, наверное, есть. Взвесим потом. Круто. Вот флюрокарбоновые поводки. Две 435. 2,5. Нормально. 2,5 кишок. 2,5 вообще отлично. Огонь. Стоим, взвешиваем щуку. Катя говорит, вон ваша сработка. Точно, блин, возле берега. Но возле берега не знаю. Давай проверим. Чуть-чуть покусали. Очередная холостая, но все равно приятно. Ждем. Карасик там. Ничего, никто не против, что... Нет. Нет, не дома. Иди, иди сюда, карасик. Только поставили ту жерлицу. Идем. Опять сработка. Кто-то там что-то, смотри, как зажевывает, видно. Ух. Ну не ух, конечно, но ух. Заметили, настроение у всех поднялось как. Даже мне мормышку уже неохота дергать. Ага. Заглатывает вон, видно. Ну, что-то как-то это, не прям уж так сильно заглатывает. Кололся, наверное, тройник, все.
Выплюнул. Нет, не выплюнул. Хотя есть что-то. Есть. Да? Небольшая. Ну, все равно. Маленькая, господи, беда. О, малявка. Грамм 300, наверное. Ну, смотри, какая зато чистенькая, хорошая. Красотка. Звание когда-то забудь. Да, пускай зовет. Мамок приводит. Крупных каких-нибудь сородичей. Я свою крайнюю жерлицу все никак не могу поставить. Постоянно сработки, бегаем туда-сюда. Ну все, все установлены. Такая рыбалка мне очень нравится. И не только мне. Вообще классно. У нас сейчас затишье. Поэтому решили перекусить. И как обычно, по закону жанра, сейчас должна быть сработка. Ждем. Или две сработки. Всем приятного аппетита. Сколько стаканчик у тебя? Вась. Что, давайте за встречу. За рыбалку. За рыбалку. За улов. Красота. Сальцо. Жуем и сработка. Вот так вот. И бывает. Опять что-то она переплела там. Я когда поправлял, чувствую, что там что-то как будто бы есть. Есть? Вроде бы было что-то и... И все. Блин, и нету. Ни живца, ни щуки. А было что-то хорошее. Ну что ж, бывает такое. Жаль. Конечно. Сбил живца. Ну да. Чё ж теперь? И такое бывает. Понимаю, конечно, что 100% моя вина. Но, блин, нервы сдали. Надо было подождать немного еще. А у нас тут снег повалил. Как вам погодка? Тебе нравится? Да, главное, конечно. Думаешь, это главное? Да. И пофигу, то, что рыба не клюет. Ну, а ты что скажешь? Что не скажешь? Не? Совсем? Ну что ж, наша рыбалка подходит к своему завершению. Скоро уже начнет темнеть, и позади меня жерличники начали уже собирать свои снасти. Что могу сказать по сегодняшней рыбалке? Отлично отдохнули и даже сегодня с трофеем с небольшим. Отличная рыбалка, отличный отдых. Спасибо Диману и Кате. Ну а вы подписывайтесь на канал, будет много всего интересного. Оставляйте свои комментарии, делите эти видео с друзьями. Также подписывайтесь на мою страничку в Инстаграме. Там частенько бывают анонсы, фотографии. Ну, с рыбалок, вот, с выездов на природу, тихая охота, ножи Российской империи СССР, автоклав, дегидратор, хлебопечка и так далее и тому подобное. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!